Красивое бальное платье, торжественный смокинг, романтическая музыка, и вот уже пары кружатся в ритме вальса. В 11-й раз ученики 72-й школы Ульяновска танцуют, позабыв на один день о школьной форме и домашних заданиях. Традиционный зимний бал ежегодно собирает старшеклассников, их родителей и учителей. По словам директора Людмилы Петровны Шишкиной, к событию в школе начинают готовиться еще осенью. Ищут пару и начинают репетиции. Начиная с, наверное, декабря, уже начались репетиционные такие подготовки, репетиции, отдельные пары, а потом уже в январе уже группы целиком, все те, кто будет танцевать именно в этот день. Подготовка не прошла даром. Новички в танцах достойно исполнили полонез, быструю летящую польку и короля балов вальс. По традиции выступления оценивали учителя. Главный критерий – грациозность движений и артистичность пары. В завершении бала прошло торжественное награждение. За свои старания участники бала получили призовые места, призы зрительских симпатий и, конечно, звание короля и королевы бала. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.